Моторадио представляет. Доброе время суток, вы на волне радиостанции Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин. Я с большим удовольствием представляю гостя сегодняшней нашей пятничной студии. Великолепного, красивого мужчину, мотоциклиста, москвича-ленинградца, гражданина планеты, лучшего, наверное, менеджера по продаже экипировки на территории СНГ, России, а также Евросоюза частично. Максим Дед Сережкин, собственной персоной, с приездом, приветствуем. Привет, да. Чем дальше в лес, тем злее монете. Да. Ну, мы сегодня в этот прекрасный солнечный день поговорим и, естественно, об экипировке, конечно же. Но для начала хотелось бы у тебя спросить, в целом мотосезон ты сам для себя, как для бизнесмена, оцениваешь как плюс, как минус, как нейтральное нечто без изменений? Вот в целом просто какая оценка у тебя? Ну, сам мотосезон я оцениваю. Ну, во-первых, всем привет. Всем привет. Да, конечно, да. Мотосезон я оцениваю как бизнесмен, несмотря ни на что и вопреки всему. Вот, так мы и нацеливались на этот мотосезон. И подожди, целом... несмотря ни на что и вопреки всему, хороший? Хороший. Или плохой, или нет, удовлетворительный? Мы так и нацеливались, именно с девизом «несмотря ни на что и вопреки всему». Зажмурившись, мы пошли в этот мотосезон, и могу сказать, что вся команда сработала, все фестивали мы отработали, все мотовыставки и магазины, и даже сейчас есть мысли расширяться и двигаться дальше. Ну, это, честно говоря, поразительно, потому что действительно даже, в общем, такие не очень тусовочные мы, сотрудники Моторадио, тоже, где куда ни приедешь, везде есть ты. И это очень здорово. Был ли у тебя в этом смысле опыт такой первый? На какой-то фестиваль впервые приехал? В этом году, ну, возобновился мотофестиваль «Минск Ралли». Мы его посетили. Отличный фестиваль, я думаю, что он будет набирать дальше сил. Конечно, он сейчас в мини-формате, я так называю. Вот. Но все равно Минск прекрасен, Белоруссия, мне кажется, недооценена с точки зрения поездок, катания. Потому что раньше, проезжая в Европу, ты проскакивал Белоруссию. Сейчас я понимаю, что по Белоруссии можно недельку покататься. Очень много исторических мест, замков вокруг Минска. Ну и, конечно, Брест. Какие, конечно, замки? Откуда там замки? Да, я был тоже удивлен, потому что когда-то это было Литовское это царство. Точно Белоруссия? 100%. Вокруг Минска есть замки. Реально древние замки. Так, через один они восстановлены, через один разрушены. Но я был сам поражен о том, что вокруг Минска есть реально средневековые замки. Вот не было бы счастья, да несчастье помогло, а теперь мы знаем о Беларуси гораздо больше, и можно поизучать это, поездить неделю. Ну вот, ну и все фестивали, которые мы посещали, в принципе, очень хорошо. Мы начали посещать небольшие фестивали, в том числе вот Хост мы посетили здесь, ну, в Петербурге. Ну, нельзя, наверное, сказать, что он такой совсем небольшой, он такой средний. Ну, Да, такой, назовем это так. Да, сейчас ребята слушают нас в черный список, сказали, что мы маленькие. Да, проблема не в маленьких, проблема даже не в количестве людей приезжающих. То есть каждый фестиваль, он ценен своей атмосферой, ценен тем, зачем туда люди приезжают. В принципе, что такое мотофестиваль? Люди приехали пообщаться друг с другом. Ну вот, и если большие фестивали, с ними все понятно, они давно проходят, да, и можно понять, что ты там увидишь, что вот на небольшие фестивали и на локальные фестивали, назовем это так, локальные фестивали, мне было очень интересно съездить и посмотреть, чем люди живут, потому что мотокультура, несмотря ни на что и вопреки всему, развивается в России. И, как ни странно, количество мотоциклов проданных увеличивается. Да, их сложнее стало привозить, да, сложнее покупать, но все равно народ хочет свободы, народ хочет кататься на мотоциклах. Как тебе Хост? Понравился, не понравился? Понравился. Давай, исходите из этого. Опять они слушают нас. Да, хорош. Он классный, если вот приехать с семьей, отдохнуть на день или на несколько дней с палаткой вот такого уровня и масштаба. Я, конечно, немножко уже, скажем так, староват для палаточных историй. Я закончил палаточную историю года два назад в Пскове на фестивале Wheels and Grills. Это ты сейчас говоришь с негативом? Что-нибудь украли у тебя там? Нет. А с позитивом? С позитивом. Вот, просто заночевать ночью в палатке, я так проснулся с утра и думаю, господи, где я? В лесу, в каком-то...
в палатке, там вылез, думаю, мама не горюй. Но все-таки я уже такой человек, хочу комфорта, но многим прямо заходит эта тема палаточной городки. Вот кто нас просто слушает и не смотрит, доложу вам, что Максим выглядит молодо, сильным, красивым мужчиной. И вот эти вот твои там, что я уже устал от этой жизни, там, это все... Не от жизни, устал, чуть-чуть где-то ищу, чуть более комфортно. Уже можешь себе позволить. Все-таки сеть магазинов, Гранд Парай. Вопрос не в позволении. Да ладно, могу себе позволить. Можешь, да, могу себе позволить, действительно. В целом, погода, мне кажется, была замечательная и на Хост Байкфесте, и на Балтик Ралли, на котором ты совершенно замечательно присутствовал. Дарил подарки, в том числе нашей радиостанции, за что тебе очередной раз большое спасибо. Было круто, здорово. И народ у тебя все время там вот постоянно кто-то был. Да. И, ну, какие могут быть предположения? Например, легкий запах марихуаны, к примеру, тянулся. Ну, или зачем чего-нибудь сразу истину-то открывать? Хорошо, хорошо. Мясо вкусного, еще чего-нибудь. Запах может быть халявы или наоборот, чего-то такого респектабельного. Вот как ты это создаешь? Да встаю просто прямо в центре, чтобы все меня видели. И все. Ну и плюс я всегда гостеприимно встречаю гостей. Там все, прошу прощения, там куча палаток стояла. И там все встречают гостеприимно, и все. Но из твоей палатки что-то такое вот и все-таки исходило. Какую-то притягательность какая-то была. Может, ты правильно поставил эти вешалки? Может быть, я не знаю. Я не очень помню. Может быть, какая-нибудь красивая женщина стояла, всех привлекала. Люди шли на женщину и попадали в объятия продавцов. Я не знаю. Да все приемы хороши на самом деле. Но самое главное, как в любой недвижке, это локация. Мы уже второй раз выставляемся на Балтик Ралли. Кстати, сам Балтик Ралли растет, развивается. Да. В этом году прям было много людей, прям шикарный концерт и все остальное. Вот. Вопрос только в том, что надо просто встать в центре, чтобы мимо тебя никто не прошел. Все. Вот закон торговли. Если мимо тебя никто не может пройти, я, конечно, бы встал на входе, чтобы вход через меня был. Ну, это очень дорого. Я согласен, да, даже на такое. Ну, вот. Ну, на самом деле, фестиваль городской, там, городское мероприятие, выбор прекрасный город, администрация великолепная, там Ленинградская область туда все вкладывает, Игорь там делает замечательные вещи. Что скажу по Балтик Ралли, ребят, еда там шикарная, и в этом году также было шикарно, много еды, а я люблю что пить, есть и веселиться, вот и все, вот и секрет. Ну, спасибо, что не ответил, но, может быть, оно и правильно, и нечего, да. Что-нибудь еще такое интересное? Впрочем, давай вот, пока мы далеко не ушли, ты сказал, что вот, ну да, Хост Байкфест, то есть для нас это событие в Петербурге, а у тебя так немножко такое искривление было лица. Можно ли предполагать, что это из-за того, что ты бываешь на фешенебельных фестивалях примосковских, огромных, где много денег вложено, и у тебя уже вот сравнение такое идет немножко не в пользу наших локальных, или нет? Нет, не в этом смысле. Я делю фестивали на... Не то, что он фешенебельный, я делю фестивали на городской фестиваль в городе, да, и выездной фестиваль с палатками. Ну вот, любой выездной, ну, возьмите Тамань, да, огромный фестиваль, он палаточный. То есть, да, можно жить вокруг, но он палаточный, палаточный городок огромный. Проблема не в этом, туда приезжают люди отдохнуть вот в палатках на природу. То есть, вот для меня фестиваль на природу или фестиваль в город, да, это разные фестивали. В этом нет ничего плохого, вопрос только в том, что люди приезжают туда с определенным настроем для определенных времяпрепровождений. И я понимаю для себя только одно, для этих людей нужно что-то привезти, то, что им нужно. Иногда ты привозишь что-то, что им не нужно, иногда ты привозишь неправильные вещи, иногда правильные, что-то получается, что-то нет. В этом году на каждом фестивале я старался поймать... как сказать, ассортимент, который вот нужно привезти именно туда. Потому что поездка на мотофестиваль с магазином, поверьте, это не, ну, непростая затея. То есть я привожу туда там, я не знаю, в Суздаль я привез 10-кубовый там огромный транспорт, мы его грузили самостоятельно, выгружали, я там чуть не обалдел от этой всей истории. Ну, обратно легче уже было. Обратно легче было, но все равно ты загружаешь, погружаешь, а это же надо привезти в город, там разгрузить, здесь погрузить, все, выбрать товар. Я же не могу снять весь магазин туда отвезти, надо выбрать товар, который туда приедет. Ну вот, поэтому для меня мотофестиваль это прям целая затея. И все мои продавцы, шикарная команда у меня, они все смотрят,
в их смену мотофестиваль или не в их смену мотофестиваль. То есть некоторые в отпуск уходят. Да, они говорят, ой-ой-ой, нет, на этот фестиваль надо срочно что-нибудь. Почему? Потому что мотофестиваль целое событие. Да, мы прекрасно проводим время. Давай по пунктам. Для того, чтобы выставиться на мотофестивале, нужно договориться с руководством, заплатить, видимо, денег. Это, ладно, бог с ним. Это ты лично сделаешься, договоришься и заплатишь. А дальше пошла работа уже коллектива, да, то есть надо где-то фуру нанять, да, ее загрузить, как ты говоришь, доехать, чтобы по пути не разворовали, чтобы там ничего в ДТП не попало, туда приехать, там выгрузить, там поставить какую-то палатку, какую-то там, или заехать там куда-то, если, да, вот эти вот все проблемы, они, в общем... съедают тебя, да, на фестивале? Они не то, что съедают, это суета, но да. Она приятная суета, но это очень тяжело, ты устаешь. Но самое интересное на мотофестивале, ребята, это самое главное. Я не могу приехать на мотофестиваль на мотоцикле уже много лет. Не по причине, что я не хочу, а по причине того, что когда ты собираешь эту огромную машину, все это дело выезжает, и тут выясняется, что ах, вот это забыли, а вот это забыли, и вот это забыли, а это где лежит, а это дома лежит. И вот ты, пока ты все это дособираешь, у меня вот полный джип набивается туда, и я, как всегда, сажусь за руль и говорю, ну, все. И мне, когда байкеры на фестивале говорят, ну, ты на байке, я говорю, да, как настоящий байкер, я приехал на машине, как обычно. Ну, и каждый раз. Последний раз я на мотофестиваль приезжал 3 года назад, именно на мотоцикле. Я плюнул на все, сказал, нет. Как хотите, грузитесь, я приеду на мотоцикле. Ну вот. Но в основном, конечно, для нас фестивали, мотофестивали, это определенная работа, которой мы приезжаем для того, чтобы наши клиенты не искали нас, а чтобы они приехали на фестиваль, получили удовольствие от фестиваля и могли приобрести и забрать тоже. У нас была бесплатная доставка с мотофестиваля в любой регион. То есть, если ты покупаешь на мотофестивале, не надо было с собой везти. Мы отправляли это с деком в любой регион страны бесплатно. То есть человек приехал очень издалека, из Нарьян-Мара, да? И никаких проблем, вообще. Туда уйдет посылка, да? Ну, большинство, кто приезжает издалека, им тяжело это же все тащить надо с собой. Мы сказали, ребята, мы вам доставим. Это, кстати, вообще может быть причиной отказа даже. Да, конечно. Люди проходят мимо, потому что, ну, даже если мне понравится, и деньги вроде есть, а вот это все с собой там, да. На Балтик-ралли с дек был прямо в соседнем доме на углу. Мы тут же отправляли, вот, в течение минуты. Люди были абсолютно благодарны. Почему? Потому что не надо тащить с собой. Это основной принцип. А как-нибудь об этом как-нибудь заявлялось? Это важный момент, что во ребята, время... заходите, мы отправим бесплатно. Ну... Не, во время, нет, как рекламу мы не давали во время покупки. Если человек сомневался и говорил, блин, мне все это тащить. В большинстве своем все хотят купить, но есть какие-то причины, почему он не может сейчас купить. И причина доставки с мотофестиваля – это одна из причин. Купил ты шлем или 2 коробки там, со штанами, с рубашкой. Куда-то ее надо примотать, он на мотоцикле приехал. Да, в кофр даже, не влезет, ничего не влезет. Плюс дождь, это все намокнет. Я даже не думал, что это такая проблема, в общем, и очень красиво решающая. Да, мы сказали, мы ему говорим, прямо человек высказывается, сразу высказывается. Он говорит, блин, куда это все, как я это все отвезу? Мы говорим, вообще не волнуйся. Мы сейчас все это погрузим, прям вот с дек, все, минута, и все улетело, ему на телефон пришла осечка, трекер, он может отслеживать, он приезжает к себе домой, и ему прямо к дому приезжает все это через 2-3 дня. Шикарно. Великолепный, даже, можно сказать, божественный в каком-то смысле Максим Дед Сережка. Да. Что я так тебя помню? Я понял, сегодня какое-то причисление к лику святых пошло. В студии Моторадио. Прервемся ненадолго. Целая жизнь Карла Сантана. Господи, какой же это год? Это, наверное, 2000 какой-нибудь там, 7-8. Еще когда доллар был, как мы с тобой тут говорили вне эфира, 30 рублей. Были времена. Максим Дед Сережкин в эфирной студии радиостанции Моторадио. Для тех, кто не очень в курсе дела, что это за человек такой интересный, симпатичный, и что такое вообще вот это вот в заголовке написанное «Grandpa Rider Джон Доу», что это за люди, и может, это вообще ругательство. Вот непосредственный владелец бренда нам расскажет. Расскажи немножко, что такое «Grandpa», как это все создалось, и кто такой Джон Доу, откуда он вообще? Grandpa Rider – это магазин, название магазина. Это дед-покатушник переводится. Ну вот, это то, как меня называли 10 лет назад, когда я переехал из Питера в Москву и катался на мотоцикле. Мои друзья назвали меня дедом, и что-то так и поехало, и пошло. И когда я сделал свой магазин, так и пошло. Магазин деда. Сначала магазин назывался Grandpa's Shop. Но потом мы подумали, что это слишком... Как бы шоп грандпапы, как бы, да? Ну, грандпас шоп, да, по-английски это магазин деда. Ну вот, но мы подумали, что слишком много мексиканского в этом названии. Поэтому назвали просто Grandpa Rider, то есть дед-покатушник. Я создал свой магазин, в следующем году уже будет 5 лет.
Ну вот, а John Doe — это бренд мотоэкипировки европейской, производства Германия. Я привез его и начал им торговать вот 5 лет назад. Он уже был в России, но я завез его в свой магазин и успешно торгую этим брендом, потому что считаю его оптимальным для наших погодных условий и соотношение цены, качества, защиты, безопасности, комфорта и стиля. Это такой стиль для всех байкеров. Он начиная от некедов и спортбайков, заканчивая классическими мотоциклами, чопперами, круизерами и даже такой легкий турэндуро. Типа для скрэмблеров. Слушай, ну, у тебя же получается, все-таки по самым граням у тебя нет такого совсем дешманского, ничего нет. И гипердорогого тоже. У тебя такая разумная серединка, да, такая. Все, да? В средней цене. Это что... Средний, средний плюс где-то есть. Более, ну, элитный, не только о цене мы говорим, мы еще и говорим, собственно, о брендах, которые там подобраны, о качестве, наверное, о внешнем виде, о дизайне. Вот это все. То есть, как бы не совсем без дизайна. Не, она максимально похожа на обычную одежду, вся эта экипировка. И она имеет класс защиты 2 и 3. А 3А это максимальный класс защиты. Если вы видите экипировку дешевле, чем John Doe, вам нужно просто выяснить, какой класс защиты у этой экипировки. Чаще всего это 1А. А 3А, значит, это если у тебя конфликт на дороге. Ты говоришь, пацаны, секундочку, открываешь багажник, одеваешь одежду на себя, да. 3А, и, 3А и да, все, идешь драться спокойно, да, это никаких вообще... травм, ничего. Наверное, в 3А, в 4А это ты можешь даже не одевать уже, ничего, просто идти сразу драться. Но 3А это, да, максимально. 3А класс защиты, да, это европейская сертификация. Выглядит при этом как обычная, да? Да. Вот да. На тебе сейчас что за рубашка? Нет, это просто рубашка. А таких много, кстати, таких вот клетчатых по городу есть. Это классический стиль, черно-красная клетка, но у John Doe есть вот такая же черно-красная клетка, прошитая кевларом, плечи, локти, спина, все в комплекте, и это прям ездовая классическая рубашка, очень. Слушай, вот если такую одеть рубашку ездовую классическую и, познакомившись с девушкой, пригласить ее интимно вечером к себе домой, обнять ее, она обнимает тебя, и она чувствует какие железные мускулы у тебя, а на самом деле это всего лишь вшитые туда вот эти, как они... Голь на выдумке хитра, если вы хотите... Если у вас есть определенная задача, все это решается. Все решабельно, друзья. Ну, то есть на ощупь ты будешь твердый и мускулистый. Как, ну, бы, это как, да? Пойдет, конечно. Это как пойдет, да. И кто, конечно, будет щупать. Да, и смотря что. Да, но сегодня не об этом, и наше радио не про это. Итак, а John Doe все-таки, это был такой... Это вообще что за бренд? John Doe, ну, сам термин, это юридический термин, обозначает неизвестное лицо для системы. По-русски это чаще всего переводится как либо там Иван Иванович, ну вот как мы говорим, да, ну некий Иван Иванович. Инкогнито. Инкогнито, либо неизвестный. Когда система не может, когда матрица не может тебя определить, ты John Doe. Вот, конечно. Ну смотри, ну есть персоны, есть личности. Например, Арнольд Шварценеггер, и написано Терминатор, там Терминатор 2, Терминатор. И ты все время ты понимаешь, что вот лицо, вот это Терминатор. А John Doe на кого похож? Да ни на кого не похож. Вот когда Киану Ривз красную таблетку принял, и для системы стал John Doe. И, кстати, у нас есть обувь, кеды, Neo называется. Так и называется, Neo. Я сначала долго думал, Neo, а потом вспомнил. Да это же матрица, да. Конечно. Ну вот, прекрасные летние кеды, Neo. Я думаю, ну вот, my name is Neo. Это вот то, что нужно. Поэтому John Doe, это да, это бренд. Он был в свое время американский, видимо. Немцы в свое время выкупили его. Он существует больше 10 лет. Больше 8 лет он в России. 5 лет продается у меня. Достаточно молодой. То есть... Да, но мне очень понравилось в том, что сами ребята, которые его создают, они катаются на мотоциклах. Поэтому каждый год во всех новинках, либо в старых моделях, они дорабатывают эту экипировку. Появляются дополнительные карманы, появляются дополнительные зацепы. То есть, например, карман идеально подходил для iPhone 4S, да. Потом купил 14-й, купил 14-й. И не влезает. Да, не, уже запланировал 14-й, еще там не спланировали, а уже можно. Размер уже подходит, да. Есть классические вещи, типа жилет кожаный классический, 4 кармана, да, а есть вещи, которые более современные, спортивные. Сейчас вообще вышло, ну вот, ребята, видно, что катаются, потому что ты каждый раз надеваешь и думаешь, господи, как же все продумано, вот просто, но продумано до конца. Вот, ну и плюс, конечно, Германия, это педантичность именно в защите. Очень высокотехнологично и соответствует вот этим требованиям европейским. И мы, я как официальный дилер, я стараюсь всему этому соответствовать. Потому что, например, защита должна быть в комплекте, плечи, локти, по европейским законам. И она у меня в комплекте. Я, конечно, мог бы вытащить, продать отдельно. Но я сказал, нет, это бренд. А так делают? А так можно было? Какие-то нехорошие продавцы. Вот, но я знаю,
защита в комплекте должна быть. Меня все звонят, переспрашивают, защита в комплекте. Я говорю, как на сайте написано, так и есть. Защита в комплекте. И мне не жалко. Я поддерживаю этот бренд, потому что считаю его, еще раз говорю, не... Я считаю его не самым лучшим или там универсальным. Я считаю его оптимальным, потому что идеальной экипировки не бывает. Но бывает оптимальная. Да, да. Вот для нас оптимально John Doe, да. Мне всегда интересно, я еду по Москве в свой магазин, и меня обгоняет байкер, многие останавливаются, ну, машина у меня тоже приметная. И вот я смотрю, они прям в John Doe поехал, в John Doe, John Doe. Потом смотрю, в рубашке едет не John Doe, понимаю, ага, вот он, клиент сейчас, догоню, скажу. И машина на него наезжает, ты думаешь, не буду тормозить, тормозить не буду. Да, ну это шутка. Да, да. Итак, друзья мои, я напомню, у нас в гостях сам непосредственный грандпа, дед Сережкин, замечательный Максим. Мы подводим условные итоги года и заглядываем в будущее на какие-то планы, которые у тебя, наверное, зреют потихонечку. Ну и, соответственно, давай тогда о планах. Что-нибудь, новые магазины, где-нибудь в Хельсинках, где-нибудь в Пекине. Нет, тут в Эмиратах слетал, тут надо было тоже по определенным вопросам, и вдруг возникла история, а не открыть ли в Эмиратах. Ну, на самом деле, я собираюсь расширить магазин в Москве. Я собираюсь открыть еще два магазина в регионах. Поясняй, что значит расширить? Он сейчас маленький. Площадь у тебя. Не, он сейчас 110 метров, я хочу сделать его 150 квадратных метров. Это там же он будет? Да, он будет в той же локации. То есть ты чувствуешь, что дедушка вроде уже так... уже скоро уйдет, и можно стеночку сломать будет к нему. Ну, да, примерно плюс-минус так. Ну, вот, ну, там есть нюансы, но я просто понял, что уже тот ассортимент, те новинки, которые будут приезжать, мне уже не выложить их правильно, чтобы у людей было правильно. А это важный очень момент. Да, конечно. Потому что иногда заходишь в магазин, там, неважно чего, и если он маленький, но очень много всего понапихано, то ты тоже испытываешь, ну, глаза разбегаются, непонятно чего, как, что, куда. И обратная есть реакция. Огромный магазин, посередине лежит селедка, тут сгущенка, ну, это СССР, ты помнишь? Да, и я помню, и все. И тоже плохо. А как компромисс достичь? Ну, мне кажется, я начинал тоже с 20 квадратных метров. Сейчас у меня магазины там 100 и 150 квадратных метров. И это только потому, что я хочу, чтобы покупки было совершать приятно, в атмосфере. Это все равно, что когда ты заходишь, и у тебя на одной вешалке навалено все, оно вроде тебе и полезно, и хорошо, но это навалено. Ты там как будто, помнишь, это на Пионерской были развалы секонд-хендов, да, 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 вот эти раскладушки, я помню. Ты, ну, время было такое, но сейчас время, когда ты можешь себе позволить с удовольствием купить. Тем более, это тот бренд, который не стыдно просто, ну, продавать. Иногда я смотрю, вот этот навал вот весь из Китая привезли, вот это все на вешалку, и продавец такой, ну, хочешь там, выбирай. А иногда продавцы начинают тебе продавать то, что им надо продать. Вот это самое страшное. У меня команда, я сказал, если вы хоть раз... ни одной вещи у моей команды нету того, что им надо продать. Я им сказал, продайте людям то, что нужно. И если вы поймете, они почти все катаются на мотоциклах достаточно давно, если вы поймете, что ему нужно что-то другое, отправьте его в тот магазин, где он это купит. Почему? Потому что мне не жалко, я не заработаю денег. Человек катается, это вопрос безопасности, это вопрос его удовольствия, это вопрос его там счастья, свободы. Да лучше мы на дороге встретимся, и он мне скажет, дед, ты меня отправил в тот магазин, какой кайф, спасибо. А ко мне он всегда придет. Тем более я расширяю casual линейку, ну вот, стильную, классную, с приколами, с удобную. Casual линейка пригодится всем. Я знаю, что. А может понятно наступить момент, когда John Doe делает какие-то новые, а у тебя настолько разросся бизнес, что тебе не хватает, тебе вот, ну, он делает, ну, раз в месяц, предположим, что-то новое, а тебе надо 2, 3, 5 в месяц. Твои слова, да богу в уши. Я хочу дожить до этих времен, когда я буду продавать больше, чем может предложить мне бренд. Я очень хочу. Слушай, ну, у нас, мне кажется, страна в этом смысле неизмеримая по возможности. По возможностям покупать. Нет? Тут главное не бояться. Вот я понял одну вещь. Главное не испугаться, не бояться. Да потому что народ у нас отзывчивый, народ у нас с увеличенным чувством справедливости, братства.
они приезжают, когда я приезжаю в магазин, у нас товарооборот увеличивается. Мне иногда звонят. Ну, от тебя исходит, да. Они звонят, продавцы, говорят, ты когда приедешь? Я говорю, так все же нормально, продажи есть. Он говорит, нет, ты приезжай, народ спрашивает. Я приезжаю, и народ приезжает, и мы общаемся, и все, и товарооборот увеличится. Это работает. Еще раз говорю, почему? Потому что мы общаемся с людьми, мы дружим. А можно говорить, что это работает только вот в байкерской среде, вот эта штука? Ну, по крайней мере, здесь она вот прямо совсем уместна, получается. Это, наверное, работает там, где бизнес сделан на личном бренде, как это сейчас модно говорить. То есть я его изначально начал на личном бренде, потому что до того, как я начал магазин, я не умел делать магазины. Чтобы было понятно, я всегда был наемным работником. То есть ты не ходил в коучи какие-то там, то есть где-то учиться этому, дедлайны вот эти чудовищные и прочее? Я ходил в коучи, но могу вам сказать, что если вы потратите кучу денег из там 4-5 коучей или там семинаров и всего остального, пригодится вам половина одного. Я вот отучился на MBA, потратив на это огромную сумму денег. Я могу вам сказать, нет, это все полезно, это, если это вам нужно. Это нужно, но самое главное найти вот этот процесс. Я понял одну вещь, пошел по магазинам и решил, да я сделаю магазин под своим брендом. Ну вот, поэтому я туда приезжаю, народ приезжает и говорит, о, к деду, магазин к деду. Когда человек покупает мотоцикл и спрашивает, а где купить экипировку, ему говорят, езжай к деду, у него все есть. Человек приезжает ко мне и говорит, мне сказали приехать к деду, и у тебя все есть. Я говорю, это замечательная реклама. Это правда. Не уверен, что у меня все есть, но заходи. С большим удовольствием наблюдаю интерес Максима Деда Сережкина к джазу, Фрэнку Синатре, и это очень круто. У меня первое образование дирижерское. Серьезно? Да. Я дирижер, руководитель удалось, оркестра. Удалось записать альбом? Хотя бы один. У меня есть небольшой альбом, который я записал для своей любимой жены. Я записал себе караоке-версии тех песен, которые ей нравятся. Ну вот, прямо в студии. Профессиональный вопрос. Как формат моторадио, на взгляд режиссера? Оркестром дирижера. Мне очень нравится, что здесь вот два моих любимых направления. Вот я не сильно приверженец тяжелой музыки, я ее знаю, понимаю, но не сильно приверженец. Это возрастной, это еще дед такой не пожилой. Еще не совсем пожилой. Не, я люблю блюз-рок и люблю джаз. Это два направления, которые музыки, которые дает мне возможность отдохнуть и насытиться. Ну и все то, что пересекается друг с другом. Ну да, и все, что, конечно, миксы, да, все, да, до, да, гранжа, да. Там, да, ну вот. В хард я ухожу, когда надо ехать на работу и что-нибудь там прямо делать, я включаю хард, я делал в свое время музон на разгон, прям хард врубаешь. Панк современный меня очень возбуждает. Ну вот, ну, альтернативы современные и так далее. Но я приверженец блюза, джаза и блюз-рока. Гаражного. Все из блюза, все равно. Все, конечно, это корни, ну куда делся. Да, Грандпа, Джон Доу, Максим Дед Сережкин у нас в студии. Сеть магазинов, мы как-то соскочили с твоих планов. Итак, да. В Москве будет больше магазин, возможно, он увеличится, если все получится, да? Да, в этой осени, если все получится, он увеличится. В Петербурге мы делаем веранду и будем собирать там встречи, скорее всего, каждую среду, сделаем такую мотосреду. Будем собираться там на веранде возле магазина. Объясни, пожалуйста, я один раз был у тебя в магазине, там все здорово, все отлично, прекрасные ребята, им огромный привет. Там как-то рядом какое-то кафешка. Да. Кофейня, да. И где там ты собираешься делать веранду? Прямо перед входом есть открытая веранда. Да, она будет достаточно большой. Мы там уже делали мероприятие, превью одного из фестивалей. Ну, как-то будет задействовано и кафе, или это отдельная история? Это, ну, кафе, вами, естественно, счастливо, что оно там сидит. Вот. Ага. Мы должны были там самостоятельно этим заниматься, но так сложились пока звезды. Но нет, ничего невозможного, место шикарное, потому что это центр, вот Лиговский. Звучит 50. Угрожающе. Да, я страшный конкуренты человек. Как-то, но нет ничего невозможного. Сейчас там люди так галочку ставят. Вы мне угрожаете? Да, я угрожаю. Нет, это без угроз. Нет, кофейня, прямо хорошая коллаборация, у нас даже нет стены между нами, можно прийти попить кофе, посидеть. Ну вот, и мы решаем вопросы музыки и всего, и будет веранда, где можно будет приезжать. Я хочу, чтобы люди приезжали, общались, курили сигары, выпивали кофейку и рассказывали о планах, рассказывали о пробегах. В общем, но место, это будет летняя история, да? Да, конечно, с весны по осень. Сделать там закрытую веранду будет очень сложно.
Хотя и зимой она тоже будет. Мы хотим ее поставить на круглый год, ну, чтобы люди знали, что сюда можно приезжать. Но, естественно, зимой там, ну, что, не в Тулупе же будешь сидеть, тем более в Петербурге бывает у нас. Хотя почему и... бы и нет. Почему бы и нет, вот именно, да. Тепловую пушку и... Да, намного, да, я думаю, что встречаясь с людьми, ты там разогреваешь это все, атмосферу до состояния. Давай будем считать это цифрой номер два, второе расширение, ну, в смысле, второе. Да, и два города у меня на планах, это Краснодар и Екатеринбург. То есть все-таки туда в глубинку пойдешь, да? Конечно, конечно. Есть планы на Екатеринбург, не буду сейчас рассказывать, может, через пару-тройку месяцев расскажу, какие там вообще планы на Екатеринбург. Прекрасный город, центр Сибири экономический, там вокруг, рядом. Ну вот, ну а Краснодар, моя большая боль с точки зрения логистики, но я очень хочу туда доехать. Зато там тепло, там водосезон долгий, длинный, да? Да, но сейчас тяжеловато из-за того, что самолеты не летают и вся эта история. То есть тяжеловато логистически, управленчески тяжеловато. Но перспектива, вот я Краснодар, это прям Кубань, жди меня. А не боишься Ростов. Вот этих всех увеличений с точки зрения, там, хватит тебя? Или если вообще научился управлять двумя людьми, говорят, или одним, научишься управлять, значит, можешь управлять уже неограниченным количеством людей. Да вообще ничего не боюсь, потому что, первое, потому что не умею, поэтому не боюсь. Вот. Вот способ, вернее, в чем секрет. Конечно, если человек, так нет, если ты не умеешь, но хочешь научиться, ты не боишься, потому что ты не умеешь. Как это, как говорил там мудрец, любой дурак, идущий по дороге, уйдет дальше, чем мудрец, сидящий на месте. Поэтому я в этом смысле, Ванька, дурак, иду по дороге и вперед. А, слушайте, наше мотосообщество, это самое шикарное сообщество безумных, ненормальных, просто ярчайших людей со своими тараканами, которые ездят вот на этих вот, и я с ними, когда еду, ну, того что, такое удовольствие. Смотришь на них, думаешь, ну, я не один сумасшедший на земле, толпа этих людей. Вот еще о чем хотелось бы. Все понятно, с планами понятно, расширение, экспансия. Что касается времени, когда покупать. Вот есть люди, которые, ну, не то что жадноватые, расчетливые, вот давай такой применим, да. И люди как прикидывают: ага, значит, сезон кончается, видимо, в следующем сезоне в любой магазин, не только в твой, приедет что-то обновленное. Видимо, старое будет не очень нужно, видимо, сейчас пойдут распродажи, видимо, и так далее, и так далее. Вот в этом смысле, что бы ты сказал? Будет ли у тебя что-то сейчас дешеветь осенью и вообще там до копеек лишь бы избавиться, и ждем новую коллекцию высокой цены? Или вот как это? Вы знаете, я за 5 лет не устраивал ни разу не устраивал распродажу. По одной простой причине: у меня нет невостребованных вещей. Все вещи востребованы. Почему? Потому что они для определенных, как сказать, типов байкеров, да, для определенных типов мотоциклов. Еще проблема в том, что я шью, то есть Германия мне отшивает по моему заказу. Вот я сейчас сяду и сделаю заказ на весь следующий год. Да, конечно, где-то я промахнусь, где-то я закажу больше этого, меньше этого. Это, знаете, как один год к тебе приходят парни, 2XL и скупают, а М-ки у тебя висят. И ты на следующий год закупился 2XL, а приходят гномы, ну, такие S-ки, М-ки. Ты такой, да, господи. И после пандемии пришли 3XL, 4, я сейчас до 5XL заказываю. Там ребята... На макаронах. Я не знаю, на чем. И в спортзалах они приходят. Я всегда считал, что я видел больших людей. Ну, они огромные. Это у вас в Москве там, да? Да везде. В основном, кстати, приезжают вот с Владивостока приехали ребята. Они 5XL, он ему там раз и... Я говорю, господи. Я говорю, я бы купил, ну не знаю, я ему 6XL даю, там такая наволочка для рояля. Он говорит, о, у меня есть парень, я ему сейчас потом. Потом мне присылает фотографию, а тот в обтяжку еле натянул на себя. Я такой, господи, да чем же вас там кормят-то? Не, ребята в Сибири огромные парни, в Москве, в Питере прекрасные ребята приходят, все на спортзале там и так далее. Ну и приходят там повзрослее люди, там чувствуют, что надо. В чем прелесть экипировки, которую я продаю, в том, что она подходит тебе, она прям садится, как обычная одежда. Нет вот этих огромных пластиковых защит, там, что-то какое-то безумие. Ну вот, да, да, это вот так оно работает. Плюс новинки, например, в этом году немцы сделали, на следующий год мы ждем две новые рубашки, вообще новые расцветки, их не было никогда. Наконец-таки, вот первые две прям совсем новые. Дальше, сейчас они сделали шикарные мотоштаны, они как тренировочные, с манжетами внизу. В советские времена треники были такие, ага. Только чуть поплотнее, и прошитые кевларом.
полностью. И защита, последний вот Smart Air, это уже последнее поколение, она вообще не чувствуется. И я понимаю, ты надел ее, есть мото-толстовка, ты надел ее, ты выглядишь как будто ты на спорте. Сел, вот меня сейчас ребята протестировали, прокатились, они говорят, да слушай, я как вообще из дома вышел, сел, прокатился, говорит, такое удовольствие. Конечно, это только на теплую погоду. Но все равно, я понимаю, что любые новинки, они будут обходиться. Если вы хотите приобрести экипировку со скидкой, это не ко мне. У меня даже «Черной пятницы» не было. «Черная пятница» была только у Робинзона Крузо. Вот, и вот я так считаю. Там, по-моему, какой-то метис был. Ну, впрочем, да, это опять-таки это наша радиостанция не про это. Не про это совсем. Нет, не бывает ни «Черной пятницы», ничего. К тому же, 2 года я не поднимаю цен. С евро мы видели, что сейчас случилось. Я сначала так вдохнул, а потом выдохнул и подумал, до весны доживем. И я не собираюсь, до конца года цены не будут повышаться. Если вы хотите купить экипировку, мое мнение такое. Ты хочешь купить экипировку? Приходи и покупай. Ты не дождешься ни меньшей цены. А когда надо ее покупать? Вот как раз на исходе сезона, в расчете, что ты сейчас купишь все хорошее, потому что начнется сезон, все начнут расхватывать, того нет, этого нет, по магазинам бегать. А я лучше прямо сейчас... Саш, я не такой практичный. Я считаю, что экипировку надо покупать тогда, когда тебе хочется. Вот захотел, пришел. А если жадный, ну что делать? Что делать? Люди покупают. Мы не про это. Харли Дэвидсон, да. Какой объем? 750, да. А есть 740, а есть там, ну, двигатель, ну, подешевле. Таких много людей, к сожалению, к счастью, много. К сожалению. Да, но на самом деле, когда, знаете, это для мужика мотоцикл — это какой-то определенный статус, конец его поиска жизненного. Как поэтому... конец? Подожди, ну нельзя так. Не, я имею в виду, что вот он пришел к нему, и вот он результат. Результат жизненного поиска. Да. Вот он мой результат. Ну так слушай, это твой результат. Так давай же. Это не дешевое, как я всегда говорю, не дешевое хобби вообще. Вот. Но если ты хочешь выглядеть круто, понты никто не отменял. Хочу выглядеть круто, да. Хочу вот, блин, вот так классно выглядеть. Собрать свой образ, там, понимаешь, и покататься, и чтобы и практично, и защита, и образ, и все остальное. Так что себе отказывать, мы один раз живем. Понимаешь, для девушек, например, да, для них мотоцикл — это поиск. Вот они в поиске, понимаешь? Я сяду на мотоцикл, я такая в поиске. Ветрено и все. Поэтому у нас для девочек есть тоже, потому что мы хотим, ну ты пока в поиске, надень экипировку, пожалуйста, а то поиск может тут и где-нибудь прекратиться. Ну вот, но для мужика все, это результат. Я, смотрите, у меня мотоцикл, вообще считаю, купил мотоцикл, ну все. Уже... Нет, есть люди, которые катаются с детства, да, но... А, кстати, очень отличается. Люди, которые там в 30-35 лет купили мотоцикл, там, особенно 35 и 40 плюс, потому что они к нему пришли. И люди, которые с детства катаются на мотоцикле, а для них какая-то обыденность. Знаете, ну, сел там, фунг-фунг-фунг, проехал. Ты смотришь на него, да, все хорошо, но какой-то как-то вот нету вот этого удовольствия. Какого-то. Не выстрадано. Да. Какой-то обыденностью просто вот. Окей, наше время потихонечку подходит к концу. Подведем итог. Значит, мотосезон ты оцениваешь как хороший. Да. В планах расширение. В планах 2 новых рубашки у нас на будущий год, да? 2 новых рубашки, 2 пары новой обуви, 3 пары новых джинс, 2 пары новых жилеток. В общем, новинки будут, потому что мы хотим. Давай сделаем вывод тогда вот такой. Человек такой степени воодушевленности, в какой пребываешь ты. Ты такой один в Москве? Есть магазины, где всего дофига, а ничего не продается? Не знаю, я души нету. Не ходил. Да, ладно, не будем. Пускай про посторонних. На самом деле меня несколько там центров просят открыть магазины, но я считаю, что мы в свое время, когда договорились, я считаю, что есть флагманский магазин у меня в Москве. Вот он будет 150 метров, я сделаю доставку, она и сейчас работает по всей России. Есть магазин в Петербурге, будет ЕКАТ, Краснодар. Дальше планы открывать не буду, но они тоже есть. Максим Дед-Сережкин, компания Grandpa John Doe, у нас в гостях на Моторадио. Всем огромный привет передаем. Ребята, да. С завершением мотосезона все будет хорошо. И покупайте у Максима, если у вас дофига денег. Ребята, погода радует. Услышимся на Моторадио, увидимся в Grandpa Rider Shop. Ну и добро пожаловать. Счастливо, спасибо. Все, пока, до новых встреч, счастливо. Моторадио представляет.